Уже по сложившейся традиции новый сезон российские скелетонисты и бобслеисты начинают в Сочи. На федеральной базе «Югспорт» атлеты тренируются уже почти две недели. Мы как бы с тренерским составом решили, что спортсмены будут более мягче подходить к этому сезону. Я имею в виду, потому что у нас зимний сезон, он начинается международно гораздо позже. И, естественно, такой, скажем, лайтовые тренировочки, то есть пробежки, 100-метровочки такие, скажем, в удовольствие, потому что, ну, действительно был сезон тяжелый, и ребята немножко отходили от этого, и сейчас вот в таком ритме мы начинаем работу. В начале июня Минспорта России утвердила состав сборной на сезон 18-19 годов. В команде остались все лидеры, включая недопущенных МОК до Олимпиады в Южной Корее в прошлом году бобслеиста Александра Касьянова и скелетонистов Елену Никитину и Александра Третьякова. Как говорят сами спортсмены, несмотря на тяжелый в эмоциональном плане прошедший сезон, настрой на новый весьма позитивный. Как и всегда, рабочий настрой, боевое настроение. Вот. Поэтому сейчас главная первая цель, задача – выполнить весь тренировочный план, подготовиться. Сейчас больше занимаемся ОФП, физической подготовкой, вот готовим связки, мышцы. Сборная сейчас проводит так называемый втягивающий сбор. После выхода из отпуска спортсменам предстоит набрать кондиции, заложить фундамент физической и функциональной подготовки на весь год. Тренироваться в Сочи лучшие бобслеисты страны будут до 30 июня. Скелетонисты уже завершают свои сборы на Черноморском побережье. Впереди подмосковная Парамонова. Следующие сборы будут находиться на нашей базе в Подмосковье, в Парамоново, в Дмитровской районе. Вот. Там будет уже ледовая эстакада, где мы старт отрабатываем. Вот. Там уже будет поинтереснее немножко. Ну а уже в октябре команда вновь вернется в Сочи. Здесь на санобобслейной трассе пройдет ежегодный отбор российских спортсменов на Кубок Европы, Интерконтинентальный кубок и Кубок мира. Инга Габешия, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.